Меня просто заложил голос. Я даже не могу как-то объяснить, что именно. И нежность, и искренность. Чувствуется такое какое-то действительно особое, сказочное, волшебное состояние души. Вот голос, который звучит от этим волшебством. И, конечно, вот эта подсказка, которая есть в описании этого творческого комплекса, что все это льется нам благодаря неизменной любви, льющейся из содержания и исполнения песен. Вот это очень чувствуется в этой песне. И во всех песнях чувствуется. Я так думаю, что я именно вот это почувствовал в интонациях голоса. В том, что завораживает, заставляет так с таким чутким вниманием прислушиваться к каждому звуку. Что-то такое необычайное. И очень чувствуется, что вот что это такое внутри реагирует на голос, на музыку, на исполнение, что это что-то очень нужное, как солнце цветку. Да? Вот это тот огонь, то пламя, то та чистота, красота, не знаю, какие еще прекрасные слова, вечность, которая, к которым душа тянется. Вот. Это мне очень нравится. Очень радует, наполняет счастьем. Как-то эта песня особенно помогла почувствовать эту весну в душе.